Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков на канале MyGT.ru Авска. Про бренд Авска я расскажу вам более полноценно через полторы недели. У нас выйдет видео про завод, где производят производственные циклы, линии, мощности, завод изнутри, снаружи. Какое отношение имеет к ExxonMobil, как ExxonMobil имеет Авска прямое и непосредственное, что ни на есть отношение. Про продукты, которые пришли у нас сегодня, которые вы у нас сегодня уже можете приобрести. Это Super Sin. 5W40 СН-ка, от Риба 4, 4-литровые литровые канистры, это новый продукт для нас, это 5W30, Super Sin тоже СН-ка, АСА-5. Из интересного здесь, наверное, BMW, Луклайф 4, 229-52 спецификации, по Рено 07-00-07-10, Porsche, конечно, А40, по Volkswagen 05-02-00 и 05-05-01. Спецификации, естественно, официальные, само собой разумеется, потому что производится на Авска. Это структура, которая делает для ExxonMobil очень, очень и очень много всего. Находится завод в Саудовской Аравии. Напомню еще раз, что очень много лет прилежал на ExxonMobil. Сейчас там производится весь, абсолютно весь ExxonMobil для Саудовской Аравии и сопредельных государств. Поэтому можно смело сказать, что, в принципе, завод имеет прям непосредственнейшее отношение к ExxonMobil. Что касается того, тоже ли это самое, что и Mobil, некоторые продукты, ну, сразу аналогия прослеживается, да, Super 3000, конечно. Я всегда говорил и не устаю это повторять, что завод не равно бренд. Но в данном случае конкретно все абсолютно рецептуры для Авска делали ExxonMobil. Все рецептуры, которые Авска использует, это рецептуры, которые для них сделали ExxonMobil, конечно, само собой разумеется, потому что они имеют к ним непосредственное еще отношение. Для Авска больше, наверное, интерес представляет топливо. Они производят топливо, это большой завод, который делает топливо в том числе. Вот, поэтому моторные масла, конечно, тема для них интересная, но это их не, как бы, не основная их сфера деятельности. Они для ExxonMobil производят по моторке очень много продуктов, наверное, всю линейку практически абсолютно, и пивелка, и севелка, и индустриальные масла. Что у нас есть по бренду Авска? По бренду Авска у нас есть моторка 5.30-5.40, 10W40 тоже подходит, у нас будет через полторы недели. У нас есть уже дизельные масла, это Max Power Extra 10W40, API-CI4, ну, прямую аналогию приводить к ExxonMobil-овскому продукту не буду. Вы сами, наверное, уже поняли, что это из себя представляет M-Power Extra, Max Power. Это гидравлические масла 32-й вязкости. Это у нас смазки консистентные NGLI EP2 Abska Extreme Pressure EP2 называется смазка. Спецификации все я размещу в описании к этому видео. Посмотрите, почитаете. В принципе, есть, конечно же, прямая аналогия, которую я не хотел бы приводить к ExxonMobil, но, тем не менее, прямая аналогия, конечно, напрашивается с некоторыми продуктами в данном конкретном случае, потому что здесь непосредственно завод, который производит всего два бренда, ExxonMobil, соответственно, и Абску, поэтому там, в принципе, все просто. Это даже больше исключение из правил по отношению к той аксиоме, что завод не равно бренд. Вот. По продуктам, по этим, они у нас сейчас приходят на регулярной основе. Отсюда, кстати, пришел еще у нас третий Dextron и пришел еще антифриз. Зеленый, к сожалению, только пока что. Это антифриз у нас 100% концентрат с технологией с американской Дубер. Кто не знает, долго не будем рассказывать, просто загуглите, что это за структура такая. Крутейшая, на самом деле, структура, которая очень интересные вещи делает. Вот, и пришел у нас, что еще у нас пришло? У нас еще пришли двадцатки, по-моему, гидравлики 46-й, нужно посмотреть, точно не помню. Бочковые продукты у нас на подходе, они будут у нас через примерно месяц, где-то плюс-минус. Возможно, гипотетически будет поездка на завод Абско. Сейчас мы ведем переговоры. В принципе, Саудовская Аравия с Россией сейчас это такая линия очень интересная. Я думаю, что за этим на самом деле есть большая история. И будет большая история в дальнейшем. Потому что товарооборот и вся политика настроена на то, чтобы у нас связи укреплялись. Так вот, что касается продуктов этих, в чем смысл их приобретения, для чего они нужны? Тут как бы продукты Авска не делают, супертехнологичные, которые прям соответствуют ESP-шке, например, Tandalium Mobil 1. Но тем не менее, эти продукты, они официально имеют спецификации,
Они производятся на заводе, который делает, непосредственно завод, который делает ExxonMobil, из тех же компонентов, соответственно, базовые масла используют те же самые, что для ExxonMobil, используют пакеты пересадок, в основном они используют Infinium, ну, пускай там пакеты не сильно наворочены, тем не менее. Вот, поэтому продукция эта заслуживает внимания 100%, потому что она производится на крутейшем предприятии, супероснащенном, прям таком технологичном, классном, и делается непосредственно под контролем про инженеров, вернее, технологов, которые занимаются производством ExxonMobil. Вот, при этом, при всем, вы гарантированно получаете оригинальное масло, потому что, не знаю, нужно быть просто не в своем уме, чтобы подделывать Абско сейчас. Возможно, гипотетически, через там 10 лет, когда мы его разовьем и станем продавать его колоссальные объемы, там кто-нибудь задумается. Сейчас, конечно же, нет, естественно, даже об этом речи не идет никакой, потому что Абско не подделывают точно. Цена на Абско дешевле, чем на ExxonMobil-овские продукты, на многие. Вот, думаю, что есть резон и смысл покупать эту продукцию, потому что она гарантированно будет качество сопоставимого с продуктами ExxonMobil. Пускай не с линейкой Mobil 1, соответственно, но с линейкой Mobil просто обычный. Вот, поэтому можете смело их приобретать, подделок нет точно. Что касается грузовых масел, грузовки, это вот 100% прям must-have, потому что это та эталонная мобиловская экстра, MX Extra и XHP Extra, которые, в принципе, и должны быть по составу. Поэтому можете смело приобретать, не боясь, такие банки интересные еще, да? Покажу вам гидравлику. Такие баночки желтые. Вот здесь на нижней части банки еще здесь указано. Саудовская Аравия, такая большая надпись. Вот. А более подробно еще раз дожидайтесь видео. Через полторы недели оно выйдет. И мы сейчас планируем поездку на завод. Возможно, этим летом мы съездим. Пока под вопросом, но это вполне реально. Все ссылки на все данные продукты, которые только что вам сейчас рассказал, про которые, вернее, будет в описании к этому видео, поэтому не стесняйтесь, заходите, выбирайте, спрашивайте, пишите свои вопросы. И по спецификациям я постараюсь сегодня все это доделать, потому что не все они переведены, не все они сейчас у нас в наличии есть, но мы сейчас все добавим практически до конца недели, наверное, полностью. По документам, естественно, само собой разумеется, это абсолютно официальные поставки, не параллельный импорт, это официальные поставки в Россию с документами, сертификатами, ГТДшками, декларациями и прочими документами. Все это возится абсолютно легально. Вот, так что плюсы тут неоспоримы. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Подпишитесь, поставьте лайки, жмите колокольчик. Ждите продолжения про Абско, потому что для меня этот бренд очень интересен. Всем пока.